У меня есть правило трех попыток. Раз даешь попытку, два даешь попытку, три даешь попытку. Но если три раза ваши какие-то действия, ваши договоренности с каким-то человеком, ваши какие-то проекты, в которые вы инвестировали силы, усилия, ресурсы какие-то свои и так далее, не срабатывают, и ситуация не поменяется, и тогда ее нужно списывать в расходы, понимать, что вы потратили силы, потратили чувства свои, возможно, потратили нервы свои, потратили душевные силы какие-то свои. Но вот фиксируем убытки. И вот эта фиксация убытков, это на самом деле не трата, потому что трату вы уже понесли, вот, а это экономия. Вы перестаете тратить усилия на то, на что не нужно их больше тратить, потому что вероятность ответных вложений, возвращений ваших инвестиций, вашего человеческого отношения становится просто близка к нулю.